чтобы баллон тоже. Какой комнате? Вот первое окно. Вот это, которое маленькое горит. Блин. Понятно. А сколько людей было? Ой, там еще. Там еще. Они в нетрезвом состоянии были, да? Как вы почувствовали, что горит? Я не знаю, я проснулся, чувствовал шок, это уже дым во все шел. А откуда могло загореться? С кухни. А на кухне печка или что? А там газовый баллон есть? Нет. А печка простая? Русская печка. То есть и вы топили, да, сегодня? Домов нету, на тушение осколков. Давайте.